непростая игра, и команда так, Торпедо, непростая, да, мы знали их сильное качество, что они любят играть в хоккей, любят играть в атаке, и добавляют очень здорово в конце игры, что они, в принципе, показали сегодня, ну, здорово, что смогли выстоять, немножко упустили преимущество, но мы рады победе, сложный матч. А в концовке, в третьем периоде, это Торпедо настолько сильно добавил, или Салават все-таки играл на удержание счета? Ну, сложно сказать, но мы не играли, мы старались продолжать сыграть свою игру, да, Торпедо, может быть, где-то на моменте чуть добавила, и поэтому, как бы, когда, как бы, пропускаешь гол, да, немножко, как бы, все равно игра начинает переворачиваться, но, опять же, повторю, здорово, что выстояли, непростой отрезок был в третьем периоде, но парни здорово сыграли. Два схожих гола сегодня забросили, дубль на вашем счету, давно ли его оформляли, помните? Наверное, никогда еще, может быть, видите, играл, не знаю, в последний раз. Ну, давненько это было. Кому-то на трибунах что-то показывали после второй заброшенной шайбы. Это кому адресовался жест? У меня супруга с сыном была. А как раз так получилось, что они стояли, как раз видели это.